подвижные или переходящие праздники. Это праздники, не имеющие фиксированной календарной даты. День их празднования зависит от дня Пасхи и поэтому перемещается вместе с изменяющейся год от года датой празднования Светлого Христова Воскресения на разные календарные дни. Главный из них – вход Господень в Иерусалим. Это шестое воскресенье Великого Поста. Вознесение Господне – 40-й день от Пасхи и Пятидесятница – или День Святой Троицы, 50-й день от Пасхи.